обязательно должен дерево? Зачем? Но он говорит, что это ему жизненно необходимо. Что типа там под корой сидят червяки, он их оттуда достает и хавает. Но на самом же деле червяки, они везде кругом. Не все нормальные птицы, нормальные хавают. Один только дятел дерево долбит. За это его и называют дятлом. Сам-то он себя видит совсем иначе. Он себя видит таким вот летающим львом. Блин, такой железной птицей, с остальным клювом, победитовыми когтями, чугунной башкой. И детей своих тому же учит. А если дитё, допустим, не справляется, если у него там клюв слабенький, то кору продолбить не может, или когти за кору не держатся, дятел на него серчает, лупит его по башке и называет удодом. Это для дятлов самое обидное слово. Типа козла или пидора, или даже я не знаю. Короче, ни один дятел не хочет удодом. Короче, ни один дятел не хочет удодом быть. Даже если у него клюв слабенький, кору не пробивает, даже если у него когти за дерево не цепляют, он все равно червяков будет добивать сугубо из-под коры. Ни из яблок, ни из груш, ни из бананов, а именно из-под коры. Не силой возьмет, так хитростью. Подлетит, допустим, к дереву и постучит вот так. Червяк оттуда спрашивает, кто там? А дятел отвечает, горгаз. Червяк открывает дверь. А дятел вот такая чпоп и опаньки. И эта тема офигенная, она очень долго работает. Но в конце концов перестает работать. У червяков тоже своя система информации есть. В конце концов они уже не ведутся ни на горгаз, ни на горсвет. Ни на всероссийскую перепись населения, ни даже на «Откройте милиции» не ведутся. А просто посмотрят в глазок и скажут, лети отсюда, удодушибленный. И что дятлу остается делать? Не в степь же лететь. Он летит ближе к середине леса. А там стоят навороченные деревья. И живут в них крученые червяки, у которых все схвачено. Только-только дятел на их территорию залетел. А о нем уже все знают. Только-только к ихнему дереву подлетел. А его уже все на мониторах видят. Только-только на дерево сел. А его уже спрашивают. Эл, Дуда, что тебе здесь надо? А дятел говорит. Не скажу. И летит на следующее дерево. А там уже знают, что дятел ничего не сказал. И спрашивают, эл, Дода, может быть, нам скажешь? А дятел говорит, не скажу. И летит на следующее дерево. А там его спрашивают, эл, Дода, может, нам скажешь? А он опять говорит, не скажу. И летит на самое большое дерево. А на самом большом дереве собралась уже вот такая толпа червяков. Все с фотиками, с микрофончиками, и все эти фотики, микрофончики к нему тянут. Уважаемый Удод, типа, что вы хотите сказать, что вы молчите, говорите что-нибудь. А дятел их только чпок, 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 и оба. Офигенная комбинация. Но одноразовая.
Дальше всем уже понятно, и никто ни на что не ведется. Не вылазит и ни на что не реагирует. И хитрый дятел улетает в лес еще глубже. А там стоят дубы колдуны. Кора на них вообще сантиметров 10. И живут там борзые червяки, которые бабочек крышуют, птиц строят, по ночам муравейники разоряют, а днем спрячутся под корой и сидят, и хрен их оттуда достанешь. Но дятел и к ним подход нашел. Ну, дятел и к ним подход нашел. Он, короче говоря, разгоняется со всей дури, лупит в эту дверку руками, ногами, блин, вот так и вот так и вот так. В конце концов из-за дверки червяк отзывается, грязно матюкается, дятла утодом называет, в жопу посылает. А дятел ему: рот закрой, говно собачье, где хочу, там и стучу. Такую оскорбуху борзый червяк снести не может. Он собирает всех своих дружбанов и ломится из-под коры, чтобы разобраться с этим негодяем. Открывает дверь, а дятел его только чпок, 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 и опаньки. И эта комбинация вечная и беспроигрышная. Сколько будут жить на свете борзые червяки, столько они будут на эту голимую подначку вестись. Хавать их не перехавать. Одна с ними проблема. Ядовитые они. Не то же, как цианистый калий, а примерно как несвежие сосиски. Живот от них болит, изжога мучит, как в жопе не держится. Иногда случается дятлу прямо в полете выдать такую реактивную струю, что несет его через весь лес и втыкает носом в первое попавшее дерево. А нос ведь слабенький. Так и сломаться может. И вот после 2-3 таких полетов решает дятел перебраться поближе к середине леса, а вось там пища поздоровее. А там на деревьях кора такой толщины, что и не поймешь вообще, где ствол и куда клевать. И под корой ничего не слышно. Никаких червяков вообще не слышно. Но они есть. Седые такие мудрые червяки живут по 100 лет с деревом в полном симбиозе. И никуда вообще не выползают. Никогда свою червоточинку не покидают. Потому что мудрец познает мир, не вылезая из своей червоточинки. Но дятел и к ним подход нашел. Он, короче, садится на ствол и начинает его ритмично скрести. Минут через 15 червяк ловит этот ритм и начинает под него тихонько шевелиться. И тогда дятел его спрашивает, нежно и вкрадчиво: «Скажите, а где бы вы хотели провести вечность?» Вот это вопрос так вопрос. На такой вопрос продвинутый червяк готов отвечать часами. И вот он прорезает всю эту толщу коры, ломится наружу, чтобы увидеть существо, которое задало ему этот важный вопрос. Открывает дверь, а дядя его только чпок и опаньки. Мудрецы, они порой как дети. Через пару месяцев они дятла канонизировали. Пошел среди них такой слух, что за особо продвинутыми медитаторами прилетает небесный ангел, будет их божественной музыкой и уносит запредельно. А дятел и рад стараться. Разъелся, порозовел, сытый стал,
от сытости заскучал Элли. И подумал он, а не полететь ли мне в самую середину леса? Не посмотреть ли, что там за ништяки? А что там в самой середине леса? О том никто не знает. Но все звери говорят своим зверятам, не ходите в самую середину леса. И все птицы говорят своим птенцам, не летайте в самую середину леса. И даже люди, если задуматься, своим детям тоже что-то похожее говорят. Не летайте, не ходите, не ездите, не ползайте в ту самую середину леса. Не важно, что там. Важно, что оттуда еще никто никогда не возвращался. На самом деле ничего военного там нет. Просто там растет дерево каннабис. Ему нигде вырасти не дают, а в самой середине леса оно разрослось и стало вот таким баньяном о тысяче стволов, о миллионе ветвей. И собралась вокруг него всякая прикольная живность. Коровы вот веселые, ежики туманные, зеленые мыши с красными глазами. А растаманов так вообще прорва. Они там на дереве годами живут, на землю не слазят, на ветках гнезда бьют. И правда, там одними семенами всю жизнь питаться можно. Вот такое дерево каннабис. Но когда дятел это дерево увидел, он подумал, фига себе дерево. Это ж какие там должны быть червяки. Yes. Подлетел, ухо приложил, прислушался. Ничего не слышно. Но дятла не проведешь. Он уже червяков изучил, он уже знает, что есть такие червяки, которые как партизаны. Сидят под корой, хрен их достанешь. И тогда он начинает ритмично скрести кору и приговаривать. Скажите, а где бы вы хотели провести вечность? Скажите, а где бы вы хотели провести вечность? Никакого ответа. Вообще никакого звука. Тогда дятел пробует все свои старые трюки. И рот закрой, говно собачье, и не скажу. И горгаз, и горсвет, и даже перепись населения. И в конце концов до того доходит, что начинает уже долбить это дерево прямо носом, как нормальный рабочий дятел. Оно офигенно долбится. Все мы знаем, как хорошо долбится дерево каннабис. Но вот только червяков никаких нету. Вот такие дела. Да, Кузьма. Ва! И тут слышит дятел снизу. Не то смех, не то плач. Не то точно смех. А это собрались все жители середины леса. И все с дятла угорают. И слышит он снизу голос. Ля, как у Дода нахлобучило. Прям как дятел в натуре. И дятел понимает, что он таки у Дода. И у Дода был, и у Дода остался, несмотря на то, что многого в жизни достиг. Но его почему-то эта тема не парит. Ему наоборот смешно и весело от прикольного слова у Дода. И он долбит дерево уже утрированно так, по-рабоче-крестьянски. А все звери, все растаманы, все, что живет в самой середине леса, валяется по полу, за животы держится, ногами дрыгает, и все кричат, дятел, Дод, ты там, прекрати, нас же сейчас порвет. Так вот и стало в самой середине леса, на одного у Дода больше. Но этого у Дода все называют дятлом, в память о его историческом выступлении. Хотя на самом деле там всем пофигу. Дятел-то тот или вообще утконос. Потому что дерево каннабис. Короче, вы меня поняли.